Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Зайдем с тобой на ареночку. Я, кстати, ребята, вовремя успел нажать на запись, потому что опять чуть было не сфейлил серию. Сейчас, короче, я уже на ранге 73-м, был на 91-м. Так что давайте дальше подниматься по рангу. Так, Алексей, Стефани и Сергей. И мы с тобой возьмем, естественно, Алексея. У него 21 кубок. Откатываем с тобой Леонардо. И к нему вместе пойдет Майки ролевой. Так, Лео фильм, Шреддер и Эйприл обычная, не Кунаичи. Погнали. Так, что нам надо, ребят? Нам сегодня нужно попасть, наверное, в мастера. Ну, попытаться, хотя я почему-то очень сильно в этом сомневаюсь, что получится. Завтра, не забывай, у нас будет с тобой новые события, да? Черепашья буря, где мы сможем с тобой пофармить черепашек. Не знаю, кто там будет и сможем ли мы с тобой вообще пройти, но хотелось бы на самом деле. Так, 73 ранг был. Поднимаемся с тобой до 55. Слушай, неплохо. Откатов жалко, у нас, конечно, маловато. Всего 4 штуки осталось. И здесь мы с тобой выбираем Армелита, Андре и Даниэль. Я, наверное, возьму все-таки Андре. Он будет чуть-чуть слабее. Так, возьмем с тобой черепашку. Черепашку Леонардо, конечно же. О чем я там думаю, а? Ну что, я думаю, что здесь тоже, друзья мои, все будет нормуль. Все на изи. Сейчас Лео сделает свою суперкрученую, и все будет на мази. Поехали. Хотя, может быть, кто-нибудь и устоит. Вот, видишь, например, Бакстер Стокман, которого мы, наверное, сейчас... Опа! Ханчик молодец, прописал, конечно, ему люлей, тот упал, и мы с тобой двигаемся дальше. Нам, как минимум, нужно сделать боев 12. И возникает следующий вопрос. А хватит ли у нас героев для этих боев 12 штук? То есть, 12 на 5, это... Ух... 60 бойцов должно быть у меня в наличии. Так, Влад, Андрел Рахман и Брайан. Так, посмотрим, посмотрим. Но здесь одинаково все. Я, наверное, возьму Андрел Рахман, ё-моё. И язык сломаешь, пока выговоришь. Андрел. Просто Рахман, и все. Так будет проще. Ну что же, выбираем вот такую вот компанию и смотрим, друзья мои. Я хочу посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, а раскатил губишки. Угу. Сплю и вижу, как я уже в мастерах. Дай бог Лигу Сёгунов 3 хотя бы попасть. Ну что, давай приступим. Леонардо крученый дает. И вот... Непонятно, непонятно, вот сколько играю, от чего зависит вот этот вот крит, с каким шансом он срабатывает, понимаешь, вот в предыдущей игре, да, мы с тобой Бакстера Стокмана завалить не смогли, зато здесь, ну, просто всех расписали. 20-я позиция, слушай, мне не нравится, что у нас 20-я, это нам еще 2 боя нужно с тобой потратить, сыграть, чтобы мы продвинулись, фиговенько это все. Ладно, тут Андрюшка у нас, Деда Асо и Кристиан. Возьму, наверное... Ну да, Деда Асо. 63 уровень здесь максимальный, я смотрю, у него. Так что... Нет, мы знаешь, что можем с тобой сделать? Взять, например, Эйприл Кунаичи. Стоит, не стоит, не знаю, ребята. Возьму и посмотрим. Если сейчас Лео сделать все прекрасно и хорошо, то мы пройдем здесь с тобой идеально. Если же нет, то Эйприл мы потеряем с тобой. Проверяем. Выжил Донателло, но я думаю, что это ненадолго. Буквально вот так вот. Шархан молодец. Просто его тесаком своим зарубил. И мы с тобой двигаемся дальше. Была 20-я позиция. Слушай, я, конечно, хочу очень сильно, чтобы мы с тобой перешли уже в Лигу Сёгунов 3 звезды, в конце концов. Но нет, к сожалению, нет. Дали мне вторую позицию, то есть, соответственно, мы тратим с тобой еще 5 персонажей. И причем последний откат на Леонардо. Алексей, Джо и Роман. У нас тут Ромка более-менее, да? По кубкам, поэтому я беру его.
Раз, два, три. Три. Четыре, пять. Выкрутился. Поехали. Так, ну что. А здесь опять же в зоне риска у нас Леонардо. Естественно, ролевой. И Сплинтер. Вместе. Опачки. Паукус, ты как? А Паукус себя отлично повел. Все-таки паутинкой смог забомбить. А я немножко засомневался. Ну хотя 60 уровень, в принципе, удивляться нечему было. Мы практически на равных, ну не считая, конечно, Леонардо. Видишь, у него 59-61. Так что Паукус себя, в принципе, здесь нормально сыграл. 86-я позиция, соответственно, у нас с тобой еще меньше персонажей остается. Берем по кубкам, без разницы, одинаковые, тогда будем брать Николая. Лео, к сожалению, я взять не могу. Придется драться тем, что есть. А это будет у нас Тимми, это будет Змея Карай. Также возьму сюда, да не надо мне этого. Возьму сюда Рокзары, Донателло и Криса Брэдфорда. Будем играть с вами через провокацию от Рафаэля, хотел сказать, от Рокзары. Так, массовые, кто у них здесь? Да, в принципе, один только массовик, нет, два, два массовика. Это же тоже бомбочку бросает, тогда три. Крис Брэдфорд не имеет массовых атак, и Микеланджело тоже. Ладно, будем надеяться, что нам повезет. Ой-ой-ой-ой-ой, твою ж налево, а он делает уклонение. Где-то я уже такое видел. Слушай, ну мы попадаем, и это хорошо. Вот она пошла, бомбочка. Я не удивлен, нисколечко абсолютно. Так, давай-ка мы с тобой сделаем вот такой вот баф. О, контратака на Рокзаре. Слушай, ну это шикарно. Тимми я трогать не буду. Единственное, что я могу сделать, повысить нам крит-атаку. Но, думаю, перебьемся. Давай просто его ударим. Отлично. Так, Рафаэль не стал делать свою ульту почему-то. Ну-ка, если мы так сделаем с сюриками. Так, контратака. Подожди, это не контратака, это обычная атака, ребят. Теперь по... Блин, это... Нет, у этого бомбочки больше нету. Давай тогда, наверное, Рафаэля заплюем. Опа, она мимо. А если вот так сделаем? Нормуль. Майки делает отхил. Слушай, Майки, ты успокойся, пожалуйста. И проникающим, ну, наверное, не попадем. Я так и думал. Ладно, давай повысим себе крит-атаку. Окей. Теперь предлагаю поставить дополнительную защиту и попробовать заморозить его. Даже не попали. А так? Ё-моё. Какое же у тебя уклонение это стоит, а? Вот объясни мне, Майки. Я никак не могу понять, что у тебя там за имба такая повисла. Вот жалко, что здесь нельзя посмотреть, какие статы у него, да? Что на нем сейчас висит? Какой шанс там, например, увернуться у него от моих ударов или еще что-нибудь? Так, хорош отпрыгать, кузнечик. Ну-ка. Ать, не добили. А так если? Да ладно, ты успокойся. Да ты прикинь, не могу его пробить. Даже Донни не берет. Ну, а ты, Рокзар, вот. Офигеть, это каждый сходил по разу, чтобы промахнуться, и в конце все-таки мы его добили. Одуреть можно. У него супер прокачка, наверное, на уклонение. Покажите мне, куда мы сейчас с вами переместимся. 69 место. 69. Даже еще полтинничка нету. Так, у нас здесь Мидзи, Дернанес и Влад. Ну что же, выбор либо Дернанеса, либо Влада брать. Я возьму Дернанса. Поехали. Так, сколько у нас еще персонажей здесь осталось? Раз, раз, два, три. Четыре. Я опять иду ва-банк, друзья мои. Опять иду на большой риск. Но у меня больше нету выбора, понимаешь? Нет у меня персонажей, которых я могу сюда выставить еще. Если брать тех, у нас с тобой получится меньше боев. Поэтому будем рассчитывать и надеяться на то, что все-таки... Не бомбанет никто в нашего Донателло Космос. Хотя шанс очень маленький. И, ага, усиливает атаку Микеланджело. И это плохо, кстати. Но, Армагон, будь добр. Ну, сделай, пожалуйста, доброе дело. Ну, пожалуйста, ну
Отлично, отлично, друзья мои, красота. Все-таки не зря я ему, по-моему, уровень поднимал, да? Ну что, двигаемся тогда дальше. У нас еще максимально, по-моему, два боя получится. И мы с тобой, ну, почти на 50-м месте. Давай-ка мы с тобой разберемся. Здесь у нас Джордж, Влад, Олег. Берем самого слабого. И это получается у нас Олег. Так, смотри, раз, два. Вот если я возьму вот эту вот троечку, да, вот эту троечку, и к ним приплюсую вот этих вот. Как думаешь, сможем мы здесь с тобой выиграть? Если, посмотри внимательно, если мы с тобой сделаем провокацию на Железноголового, да, и выпустим волну именно Бакстером Стокманом, то все шансы на победу у нас с тобой есть. Ух, поехали. Так, блин, мне нужно... Вот, слушай, или бомбануть. Давай лучше бомбанем, они все равно все с постепенным уроном. Есть. Вот именно на это я и рассчитывал. Слушай, ну Бакстер Стокман сейчас был хорош. Именно на всех повесил постепенный урон. Это очень редко бывает, кстати. Ну а мы с тобой продвигаемся и попадаем на 33-ю позицию. Слушай, вот это вообще шикарно. Будь у меня побольше бы сильных персонажей, да, хотя бы 60-го, там, 50-го уровня, мы, скорее всего, с тобой бы здесь далеко бы ушли бы. Ладно, Валентин, Илья и Черри. Так, кто тогда здесь у нас получается слабее? Ну, судя по всему, именно Валентин. Именно Валентин. Тут на что я рассчитываю? Рассчитываю, друзья мои, на Рафаэля. Но не забывай, что вот эти вот ребятульки мне могут испортить всю статистику именно по инициативе. Нет, если Рафаэль встанет в стойку первый, то, может быть, шанс еще будет. Хотя, опять же, не факт. Давай-ка мы с тобой сделаем суператаку от нашего Усаги. Ё-моё, друзья. Так, один минус. А вот сейчас кто-то упадет. Угу. Выжили? Вау. Так, ты посмотри. Они просто осыпаются, друзья мои. Их тут уже ничего не спасет. Ты представляешь? Минус Роквелл, и мы с тобой... Да я вот так лучше сделаю. Постепенное исцеление. Ну. Так, бросит опять свою гранату сюда, да? Ё-моё, чуть было... Ребят, мы с вами не потеряли Донателло. Но, слава богу, он выжил. Наверное, благодаря тому, что он все-таки крепкий по здоровью, так как он провокатор. Ну что, мы с тобой закончили, в принципе... С ареной. 20-я позиция. Я считаю, что это неплохо. Буквально еще чуть-чуть бой 2, и мы бы с тобой уже были бы в мастерах. Но сегодня у нас что, среда? Есть шанс подтянуть, как говорится, штаны, ремни затянуть и не упасть в грязь лицом. Так, давай-ка мы зайдем на испытание. А что я хочу в испытаниях найти? Вот скажи мне. Этот этап я вряд ли смогу пройти. Да ведь? 75-й уровень. 75-е уровни. Или попробуем. Друзья, давай-ка еще разок попробуем. А вдруг у нас получится? Очень сильно, конечно, сомневаюсь. Так, вот эти грибы. Причем самые первые ходят со своей инициативой вот этой вот. Уже сколько здоровья отняли. Ё-моё, еще один. Причем у всех массовые атаки. У всех, кроме синих, да? Ага, как же. У всех тогда получается. Они еще пробафали, смотри, на защиту, на атаку, на уклонение. Чего у них там только нету. Так, беру провокацию, короче. И бомбим. Я думал, сейчас все упадут. Конечно, упали. Держи карман шире. Так, ладно, будем тогда... Жалко на них тратить волну, понимаешь? Так, Рахзар. Да. По-моему... Да что ты будешь делать? Да какая же инициатива у них, а? Ребят, ну посмотрите. Они ходят и ходят, ходят и ходят, блин. 70-го уровня. Да какого лешего вы творите-то? Поэтому еще и попади, попробуй. Оу, нифига. Так, ну ладно, это ватники. С этими мы разбьемся на изи. Опс. Так, добиваем. И добиваем.
переходим на третью волну. И вот здесь уже начинается веселуха. В тот раз, по-моему, мы с тобой на третьей волне спеклись, да? Я, по-моему, так и понял. Кто тут вреднее всего? По идее, Макман. Но морозильная кошка... Ладно, я блокирую Макману способности. Выпускаем теперь с собой маузеров. Окей. Так, теперь интересно, что бы нам сделать? Я, наверное, вот так вот все-таки бомбану по железной голове. Добью. Так, Кейси... Я думал, сейчас баллончик свой бросит. Нет, не стал он бросать. Ай, какая-то вонючая кошка подбила меня Розара. Твою же маковку, а. И это только четвертая волна. Вот здесь мы тогда спеклись. Все, я вспомнил, друзья мои. Конечно же, кожеголовый. Ну-ка. Половину здоровья отняли. Бомбочку бросаем. Нам надо, знать, что с тобой? Уничтожить, по идее, голубя. Так, он... А что это танец означает? Ага, уклонение. И причем он стал невидимым. Ух ты, кожеголовый накрылся у нас медным тазом. Так, слышим, мы сможем с тобой хоть немножко-то... Так, сейчас кого-то уронит, да? Офигеть, он прыгнул, ты прикинь. Обалдеть. Зык почти труп. Почти труп, ребята. Ему один удар, и он все распластается здесь. Ай, не вышло, а так если... Окей, ну что, Пит. Ой, ну да, Пит. Промахнулись. Быть такого не может. Да как ты смеешь? Давай, наверное, защиту поставим с тобой, да? Окей, а так если... Ха! Офигеть, ты посмотри. У него что там за уклонение стоит? Во, пропало наконец-то. Сейчас я его, наверное, ушатаю. Пятая волна. А кто у нас тут? А, так у нас здесь этот робот-мусорщик. Ёлки-палки. Слушай, у него есть массовая атака, по-моему, если я не ошибаюсь. Есть. А сможем ли мы его с тобой забомбить? Так, броню я ему снизил. Упал парнишка, жаль. А так? А если вот так еще? А ну-ка. И последний удар нужно сделать. Проникающий. Фу, друзья мои, я получаю две ДНК на нашего кожеголового. В принципе, из-за этого я сюда и шел. Даже не важно, что мы с тобой не прошли на три звезды этот этап. Но зато две ДНК. А ну-ка, вот. Он редкий, ребята, он очень редкий. Его можно только с этого ивента выбивать. Ну, если тебе, конечно, не повезет еще где-нибудь из какого-нибудь пака достать. Понимаешь? Потому что он, к сожалению, не фармится. Его нельзя... Нет, подожди, он фармится, по-моему, знаешь где? В магазине. Но это не фарм называется, это просто его купить. Ох ты! Ребят, сегодня нам фартит. Смотрите-ка. Опачки, 5 ДНК. Ё-моё, да еще и здесь 5 ДНК. Слушай, нам бы найти... А на этого Рокстеди, по-моему, не находятся, да? Карточки. ДНК, точнее. Так, и мы с тобой здесь кое-что должны докупить. А точнее, 3 ДНК на Микеланджело. Так, ну почти скоро будет, ребята, 60 у нас ДНК. И надо будет еще 20. На самом деле это очень долго. Так, а мне вот что-то интересно стало. Мы Рокстеди с тобой можем найти или нет? По-моему, все-таки не могу. Так, где он у меня прячется опять, а? Вот он. Найти. Да, друзья мои. В серии испытаний. А, ну это понятно, из сундука. Но это опять же такой маленький шанс. Ха. Малюсенький-прималюсенький шанс. Ну, смотри, еще одно ДНК находим, да? Еще одно ДНК находим. И он у нас будет четырехзвездочным. В принципе, мне он нравится. Со своим огнеметом. Все как полагается, у него нормуль. Жалко, что он, конечно, не провокатор. Так, ну что у нас по испытаниям? Здесь мы все-таки прошли, да? Получили 2 ДНК на кожеголового. А вот здесь есть вероятность пройти на 3 звезды или нет? Как думаешь? Вот такая вот команда. Если я, например... Нету, да? Не получится никак. Но если без Кейси Джонса мы с тобой отправимся, давай попробуем. У нас все равно сегодня времени с тобой много. Делать нам, как говорится, нечего. И я все-таки рискну.
Ну, это крысы, их нужно сразу валить. Двигаемся дальше. Всего три волны. В принципе, шанс есть. Так, слэш и кожеголовый. Мы, наверное, с тобой сделаем дебаф на них для начала. Окей. Так, кожеголовую меткость потерял. Это нам на руку. Постепенно урон. А если поджечь? Атятят, классно так как получается, ребят. Я, наверное, все-таки попробую добить слэша. Вау, упал. Так, а этот что? Ой, ракеты. Слушай, а он чего такой ватненький-то? Эй, роднуля, получи тогда и распишись. А ну-ка. И последняя волна. Так, вот тут у нас Рафаэльчики, да? Тут у нас с тобой Рафаэльчики. Провокацию брать, нет, этого не надо делать. Попробуем так вот сделать. Валун бросить. Не знаю, давай попробуем. Ага. Плевок. Да ё-моё, добью, нет? Бабочками давай попробуем его. Отлично. Так, сейчас будем получать с тобой. Ой, поджог идет. Постепенно урона лишь бы не было. Сейчас будет наверняка массовая атака. А, все, я понял. Они взяли крипа в оборот. Нет, смотри-ка. Так, я могу, знаешь, что сделать? Немножко подхилиться. Блин, провокацию взял, а? Нет, ну что-то какой-то отхил вообще никакой, ребят. Я не вижу, чтобы нам что-то здесь прибавилось. Так, вот этот вот опасен. Типок. Ой, по кому? Мне кажется, да, мы сейчас потеряем с тобой. Не трогайте по... Ну не трогайте, говорю вам, крипа. Отстаньте от него все. Этот еще провокацию взял, блин. Как мне сделать, а? Может быть, надо было замедлить его. Все, сейчас добьет, наверное. Ну-ка, паукус. Так, тихо. Эх, ты зараза. Друзья мои, ну совсем чуть-чуть. Видишь, потому что у него была усиленная атака. Скорее всего, из-за этого он подбил мне крип. На две звездочки. Но самое главное, что мы с тобой прошли. Да мы в тот раз тоже, по-моему, прошли. Только на одну звезду. Ваша добыча — один золотой осколок. Меня это прям радует. Блин, я хотел, если честно, пройти на три звезды. В чем проблема? Чего же я... Давай еще разок попробуем. Я хочу пройти на три звезды. Хоть ты тут тресни. Попробуем сейчас с тобой немножко по-другому. Я не буду здесь тратить суперудары на ранней стадии. Мы с тобой просто своими силами их завалим сейчас. Вот был бы у крипа нормальный вот этот вот удар, раскачан, да, где он дает отхил. Мне кажется, мы бы прошли бы. Так, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас кто? Слэш и Железная Голова. Это наши главные противники. Я не знаю, стоит ли вешать дебаф. Не буду, наверное, пока вешать. Так, постепенный урон. Давай попробуем так сделать. Окей. Блин, давай просто ударим. Отлично, отлично. Так, не надо бомбочек своих, пожалуйста. Так, он замедлил нас, да? Оскорбление повесил. Ну-ка попробуем его тогда, ребят, разбомбить. Понизили, кстати, защиту ему. Попробуем валуном сейчас. Вау. Вот это хорошо. Отлично. А эти ребята у нас разбираются с полтычка. Это у нас стрелозады, поэтому не стоит... А, и вот забыл совсем. Ну ничего, это терпимо, что он сейчас сделал. Я думал, будет хуже. А вот в этот отряд мы сейчас будем применять все наши суператаки, которые у нас остались. Начнем с паутинки. Опа. Минус таракан, отлично. Так, теперь мы попробуем с тобой... Слушай, нам надо дебаф повесить. Да, лучше дебаф повесим. Вот так вот. И теперь будем бомбить. Нам нужно... Ах ты, успел. Ну хорошо, пускай он отхилится, но у нас все равно... Так, тихо ты. Вау, промахнулся. Так, ты-то таракан, что выеживаешься еще мне тут? Так, ой, блин, провокация. Я хотел, смотри, ребят, там, видишь, двойная атака стоит. Она нам не нужна, верно? Вот здесь вот, не нужна. Попробуем поджечь. Окей.
Так, даже растерялся, кого нам нужен. Давай, наверное, не, вот этого. Так, фигово. Очень фигово, а добить сможем? Окей. Так. Будет сейчас массовая атака. Ать, тихо, друзья мои. Уже критично. Но я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот. Я рискую. Так, я замедлил. Давай его попробуем пробить. Окей, постепенный урон, в принципе, его должен будет... Ну, я его так добил. Хорошо, плевок. Есть. Вот так, друзья мои. Если очень сильно захотеть и постараться, то можно пройти на 3 звезды. Просто надо где-то не потратить какой-то определенный удар, сэкономить его, и, как видишь, результат налицо. 3 звездочки как с куста. Но вот здесь вот уже хочешь не хочешь, но не получится пройти. Погоди-ка. Ну да, здесь не получится, друзья. Потому что здесь 55 уровень, а у нас только лишь паукус еще более-менее мог бы что-то здесь сделать. Так, у нас тут очень много дубликатов. Можно, в принципе, это все разобрать. Так, есть немножко мутагена, но я думаю, что лучше приберечь, потому что через 4,5 часа мы с тобой будем в откатах. Нам надо будет поднимать уровень. Есть жетоны, но толку от них, ребята. У меня всего лишь 95 штук. Кстати, по-моему, в магазине, да, за жетоны как раз можно приобретать кожеголову. Я же не путаю. Нет, ребят, вот, видите, 710 жетонов собираешь и 3 ДНК. Но ты представь, сколько тебе нужно накопить. 80 ДНК, потом после этого еще 100. Это очень сложно. Эх, Бибопчик ждет своей участи прапаться. Угу. А он у нас, кстати, сколько имеет звезд? Звезды, как мне сказали, здесь ничего не решают. У него 3 серебра. Естественно, надо его переводить в 4 серебра, а там уже и, как говорится, в 4 золотых звезды сразу же. А? Тоже голубчик созревает на повышение. Но вот тут, конечно, все очень и очень скверно. Ты посмотри. Да, этих ребят нам придется очень долго качать. Особенно Рокстеди классический. Офигеть. Да и кожеголовый. Вот сам смотри, видишь, 80 ДНК, чтобы перевести в 4, а потом еще 100 ДНК, чтобы перевести в 5 золотых звезд. Не прокатит. Ну что, ребята, я не знаю, больше нам пока делать нечего. Вроде поиграли, отыграли, все отлично, все хорошо. Серия была лайтовая. Как говорится, просто от души поиграл сейчас. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.